На центральном стадионе в Одинцове прошли матчи 1/4 финала медийной футбольной лиги. За выход в полуфинал боролись 8 команд. Поддержать игроков приехали болельщики из Москвы и других регионов Подмосковья. Им нравятся и формат, и ребята, которые на поле, потому что почти все футболисты, которые у нас играют, они из себя представляют больших творческих людей. У каждого из них есть свои телеграм-каналы, YouTube-каналы, раскачанные странички в других социальных сетях, где они ведут достаточно активно свой контент и знакомят зрителя со своей жизнью. За год существования медийная лига обрела немало своих зрителей. Основной возраст – до 35 лет. Болельщики не только поддерживают команды на играх, но и обеспечивают высокие просмотры в сети. Зажигательная атмосфера во время проведения матчей обусловлена не только звездным составом команд, но и экспериментальными правилами. Удаляющая на 7 минут оранжевая карточка, чистое время, 25 минут в каждом тайме и другие. Мы существуем всего первый год, и из региональных выездов мы были только в Нижнем. Сейчас мы успеем посетить еще и Краснодар. В следующем году планируется и Волгоград, и Самара, и Казань, и Нижний, повторим. Поэтому будет география множиться однозначно. Полуфинальные встречи команд состоятся 29 и 30 ноября. Финал пройдет в Краснодаре 3 декабря. Елена Краева, телекомпания «Одинцова».